Когда это надоест кому-то из игроков, вот то, что сейчас длится? Либо надоест американцам, либо надоест россиянам, либо нам надоест, либо Европе надоест. Но Европа это наименьший вес имеет. Считаете, в этой ситуации. Нам, еще не надоело? Нам не надоело? Нет, нет. Наоборот, война это всячески подогревается, в том числе и с Киева. В частности, сохраняется. Даже не война, а вот эта вот ситуация, ни мира, ни войны. Дело в том, что есть очень простая связка, примитивная, как молоток. Пока есть война, мало вопросов к внутренним реформам. Нет войны, сразу все вопросы. А где реформы? Где то? Почему взяточничество? И прочее, прочее. А так, война. Как то, вы же знаете, у нас как, да, война все спишет. Они так считают. Как только начинаются серьезные вопросы вот, по конфликту в Мукачево, например, да, по контрабанде, в которой по коррупционным схемам, на которых замешано руководство, высшее военно-политическое руководство страны на уровне генпрокурора, там, министров, сразу какая месседж идет? Страшная, наибольшая по силе российская группировка за все время конфликта сконцентрирована на границах Украины.